Управление по делам ГО и ЧС Десногорска проинформировало о месте проведения крещенских купаний. Традиционно им стал источник в честь иконы Божьей Матери Казанская. Верующих там ждут 18 января в понедельник в 22:00. При этом ведомство распространило рекомендации для желающих совершить обряд. Между тем, некоторые города регионов России в этом году решили отказаться от традиции купания в проруби из-за эпидемии коронавируса. Такие мероприятия отменены, например, в Томске, Перми, Югре, на Ставрополье. Однако бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко заявил, что не считает пандемию коронавируса препятствием для крещенских купаний. Он отметил, что и сам намерен окунуться в прорубь.